Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я снимаю такое, наверное, важное для себя видео. Просто хотелось немножко об этом поговорить. Я не встречала, точнее, как встречала, да, там видео такие на Ютубе. Но мне тоже захотелось немножко и вам об этом рассказать. Вопрос в чем, да? Вопрос в том, что мне больше хотелось с вами поговорить на тему того, как я переживаю переезд, да вообще рассказать вам об этой проблеме, потому что на самом деле это огромная проблема, это огромный стресс, и как вообще с ним справляться, да, как я с этим справляюсь. В общем, давайте с ней поговорим на тему переездов, потому что у меня уже вот такой гигантский опыт, да, всего этого, смена места жительства, вот, с не только городов, а и стран, да, поэтому давайте с ней об этом поговорим, кому интересна данная тема, оставайтесь со мной. Итак, ребят, начать, наверное, нужно с того, что переезжали мы уже энное количество раз, да, только на памяти Ютуба, да, если можно так сказать, уже, наверное, третий, по-моему, переезд, да, если я не ошибаюсь. Я начала снимать видео из Львова, потом Киев, и вот сейчас там еще раз переехали. Вот, то есть, конечно, мы достаточно часто меняем место жительства, так получается, не мы тому виной, да, тому виной определенные обстоятельства, да, которые заставляют нас что-то менять в своей жизни. Ну и как, наверное, любой нормальный человек, да, ты всегда ищешь лучше жизни, лучше чего-то, не то что лучше жизни, а лучших условий для жизни, да, то есть лучшей жизни ее нигде, поверьте мне, нет, сколько ни менялось стран, сколько ни здесь, нигде нет, везде нужно работать, везде нужно что-то делать для того, чтобы хорошо жить. Просто есть лучшие условия, да, для жизни, для того, чтобы вот работать, да, то есть для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы развиваться. Вот. Поэтому, собственно, конечно, есть у нас определенные моменты, почему мы постоянно переезжаем. Вот. И, конечно, не будет, наверное, для кого тайны, если я вам скажу, что это огромный стресс для меня лично. Почему, собственно, это стресс? Потому что каждый раз, во-первых, ты начинаешь складывать вещи. На самом деле, это уже психологически в моей голове, да, что когда я начинаю складывать вещи, значит, у меня идет очередной переезд, значит, очередная смена квартиры, очередной ее поиск, очередной смена вообще вот окружающей среды. В общем, все это, конечно, достаточно сложно. И скажем честно, что это процесс, ну, если вот, допустим, процесс складывания вещей, да, давайте начнем с процесса складывания вещей, когда вот ты начинаешь упаковаться. Во-первых, это все, наверное, ну, исправьте меня, если у кого-то не так, в моем случае это все ложится на мои плечи, я постоянно собираю, постоянно разбираю, и я вот, кстати, на вот этом переезде, когда мы переезжали сейчас, я словила себя на мысли, что я достаточно быстро уже пакую вещи, да, я уже знаю, что мне нужно, что не нужно, у меня уже разработана своя схема, кстати, если кому-то нужно, обязательно расскажу. Вот, но вот каждый раз, когда я начинаю паковать вещи, я каждый раз думаю, господи, да когда же это все закончится? Потому что на самом деле только так кажется, знаете, такая красивая картинка, что переезжать это прикольно, ребят. Переезжать это на самом деле совсем не прикольно, хотя там если мне часто говорят, вот, ты там видишь там разные страны, разные города, да, это с одной стороны так выглядит, с другой стороны ты начинаешь себе напоминать, знаете, такого... Ну, наверное, как, знаете, вот как кочевого человека, который постоянно где-то в новом месте, вот. И, собственно, как я борюсь, да, вот с этой вот проблемой, с этим вот кочеванием, да, и с проблемой вообще, которая связана вот с переездом, и как я это все переживаю-то. Ну, во-первых, я с каждым переездом я настраиваю себя на позитивный лад, и я начинаю искать положительные моменты в том, что мы в очередной раз меняем место жительства, да, то есть я начинаю в голове своей складывать вот хорошие моменты, да, вот их отфильтровывать от плохих. Например, каждый переезд, там я сама для себя я говорю, что каждый переезд несет мне перемены к лучшему. Будет что-то хорошее, да, что определенный там заработок, если кто едет на заработки, кстати, очень актуально, потому что, кстати, открою вам, пока вот немножко отвлекусь, да, открою вам большую тайну, что вот в первый момент, когда ты переезжаешь в другую страну, это не касается другого города, хотя города тоже, но вот когда я меняю город, я как-то не так переживаю, вот когда я меняю страну, у меня через где-то неделю-полторы у меня в голове созревает план сбежать назад. Да, то есть я начинаю дергаться, я начинаю сипаться, я ищу пути назад.
это уже нормально. Вот. А через какое-то время я начинаю проходить вот этот процесс адаптации, начинает проходить, и ты начинаешь как бы уже смиренно относиться к тому, где ты находишься. Так вот, я начинаю в своей голове, возвращаясь назад, у меня ощущение, мои мысли, мои скакуны, вот, возвращаясь назад. Я начинаю вот все это складывать в своей голове, я начинаю как-то думать о том, что здесь мы подзаработаем, у нас благодаря тому, что мы подзаработаем, у нас появится то-то и то-то, да, вот это там ступенька к тому-то, то есть я начинаю как-то это в своей голове складывать, чтобы искать в каждом вот этом тяжелом для меня моменте какой-то позитив. И, конечно, благодаря моему позитиву, вот, у меня получается как-то держать себя в тонусе в плане этих переездов. Но, опять же, могу вам сказать, что даже несмотря на весь мой позитив, конечно, это достаточно сложные моменты. И в основном, конечно, когда вот я переезжала, там, допустим, из Львова в Киев, да, у меня был момент сложный в том, что опять вот, ну, типа, поиск жилья, все это опять ложится, то, ну, частично на мою голову, потому что муж мой работает, и все эти вещи, и все. Ну, в общем, короче говоря, когда ты меняешь город, ты все равно остаешься в своей среде обитания, да, ты все равно остаешься среди своих, язык, все, то есть даже вот несмотря на все эти проблемы, смена жилья, все это все равно ты у себя дома, да, когда ты меняешь страну, ты, собственно, оказываешься не у себя. Мало того, что ты поменял вообще все, так ты еще поменял язык, ты поменял вот все это, и тебе сложно, да, это тяжелый процесс адаптации. И я могу сказать, что сейчас я его прохожу, этот процесс адаптации, хотя, ну, не так. Вот мне сейчас вот не так сложно, вот если брать вот все переезды, когда я переезжала куда-либо, то, ну, наверное, вот самое сложное было, почему-то мне далась, кстати говоря, Польша, потому что там было очень много непоняток, было какое-то, знаете, такое, ну, или, возможно, знаете, это близость вот к Украине, что я знала, что у меня есть там какие-то пути отступления, что я в любой момент, да, вот если мне что-то не понравится, я могу взять билет и уехать домой. Сейчас же у меня совершенно другая история, потому что я нахожусь очень далеко от Украины, и, конечно, у меня нет такой возможности там всю секунду взять и поехать, потому что я очень дорогой билет. И я понимаю, что мне надо вот сейчас вот надо вот сосредоточиться и как-то все равно побороть в себе вот это вот желание, да, уехать. Хотя, я не скрою, оно возникает в любом случае. Вот. И, конечно, побороть это все, вот, да, вот, пройти эту адаптацию, конечно, помогает позитивный настрой, помогает семья, помогает какая-то поддержка. Но главное это позитивно. Знаете, я всегда говорю, что если ты сам себя не настроишь позитивно, ты никогда не научишься бороть трудности. И поэтому те, кто вот сейчас едут даже на заработки, я почему говорю об этом, потому что многие сейчас едут там в Польшу, Германия, и многие там, сталкиваясь с трудностями в первые там месяц-полтора, они начинают думать о том, что все, я уезжаю, ну его к черту, да, там все остальное, ребят, не торопитесь, все это проходящее, настраивайте себя на позитивный лад, думайте о том, что отработав там полгода в Польше, вы там сможете сделать то-то и то-то, да, там настраивайте себя на это. И поверьте, тогда становится легче, тогда вы начинаете искать варианты и пути выхода из вот такой затяжной депрессии, потому что на самом деле, я не люблю так сказать слово депрессия, потому что это на самом деле очень страшная болезнь, не побоюсь этого слова, но вот такое преддепрессионное состояние, которое наступает от какой-то безысходности, от того, что ты не знаешь, куда себя деть, от того, что ты в абсолютно чужой атмосфере, это, конечно, да, поэтому держите себя, знаете, вот возьмите так себя в руки, настройте себя позитивно, и я уверена, что у вас обязательно все получится, у меня получается, по крайней мере, я стараюсь как-то позитивно на все смотреть, позитивно смотреть на жизнь, поэтому да. Это, в принципе, у меня пока получается, как видите, я в добром расположении духа, хотя иногда у меня, знаете, бывает, я вообще такой человек, у меня бывает, я импульсивно так иногда могу себя повести, там, на ком-нибудь сорваться, но там через 3 секунды я об этом забываю. Вот, да, как-то так. Так что вот не все так просто с нашими переездами, не все так просто для меня, психологически не все так просто. Я именно
плане женщин говорю, мужчины как-то вообще, мне кажется, проще ко всему адаптируются, мне так кажется, исправьте меня, если это не так. Да, так вот, только позитив, да, только вперед, только мысли о том, что нас ждет что-то хорошее после вот этой всей адаптации, поэтому да, как-то так. В общем, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Кстати говоря, есть у меня мысль о прямой трансляции. Вот, если вы согласны, да, можем провести с вами прямую трансляцию, поговорить обо всем в прямом эфире. Так что, кому интересно по поводу прямой трансляции, ставьте плюсик под этим видео. Так я буду знать, сколько людей будет приблизительно в трансляции, нужно ли ее делать. Вот. Еще раз спасибо вам, что посмотрели. Всем самого хорошего, всем самого доброго. Будьте позитивны и пока-пока.